Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась. Делать ей было совершенно нечего. А сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое. С горя она начала подумывать, что, конечно, неплохо бы сплести венок из маргариток, но благо то, что тогда нужно подниматься, идти собирать эти маргаритки. А сейчас это было дело не из легких. От жары ее совсем разморило. Как вдруг совсем рядом появился белый кролик с розовыми глазками. Смутно надеясь, что, может быть, там все-таки найдется другой ключ.
обнаружила хорошенький пузырек. Ручаюсь, что раньше его тут не было, подумала Алиса. К его горлышку был привязан бумажный ярлык, как на бутылочке с лекарством, а на нем большими буквами было четко напечатано «Выпей меня». Ну, конечно, выглядело это очень заманчиво, но Алиса была умная девочка и не спешила откликнуться на любезное приглашение. «Нет», — сказала она, — «сначала я посмотрю, написано тут яд или нет». Однако на этой бутылочке не было ни черепа, ни костей, ни надписи «яд», и Алиса рискнула попробовать ее содержимое. А так как оно оказалось необыкновенно вкусным, она сама не заметила, как пузырек опустил. К этому времени в ней осталось всего лишь четверть метра. Алиса так и сияла от радости. Она побежала было в сад, но такая незадача. У самого выхода она вспомнила, что оставила золотой ключик на столе. А подбежав опять к столику, обнаружила, что теперь ей до ключа никак не дотянуться. Тут она заметила, что под столом лежит ларчик. Алиса открыла его, и там оказался пирожок, на котором изюминками была выложена красивая надпись «Съешь меня». «Ну и ладно, съем», — сказала Алиса. «Больше или меньше?» «Больше или меньше», — озабоченно повторяла она. Она принялась за пирожок и довольно скоро покончила с ним. «Ой-ой-ой-ой-ой, теперь из меня получается не то, что подзорная труба, а целый телескоп! Прощайте, пяточки!» Это она взглянула на свои ноги, а они были уже где-то далеко-далеко внизу, того и гляди, совсем пропадут. «Бедные вы мои ножки! Кто же теперь будет надевать на вас чулочки и туфли?» Тут она сразу вспомнила про золотой ключик, схватила его и помчалась к выходу в сад. Бедная Алиса. Даже когда она легла на пол, и то она еле-еле смогла поглядеть на садик одним глазком. И это было все, на что она была теперь способна. Ну, конечно, тут не оставалось ничего другого, как сесть и зареветь в три ручья. Подземелья.
Откуда-то издалека послышался быстрый топоток. Алиса поскорее утерла слезы. Должна же она была посмотреть, что там происходит. Это явился белый кролик, разодетый в пух и прах. В одной лапке он вдобавок держал большущий веер, в другой пару лайковых бальных перчаток. Он, видно, очень торопился, подскочил, как ужаленный, выронив перчатки и веер, отпрянул в сторону и тут же скрылся в темноте. Веер и перчатки Алиса подобрала, и так как ей было очень жарко, принялась обмахиваться веером. Тут она нечаянно глянула на свои руки и очень удивилась. Она подбежала к столику, чтобы померить, какая она стала. В ней уже было всего 60 сантиметров, и она продолжала таять прямо на глазах. Она схватила ключик, сказала: «А теперь в сад!» и со всех ног помчалась к выходу. Я стала прям дюймовочкой какой-то. Но дальше ехать некуда. Если бы я только стала такая, какая я была раньше. Но только как это сделать? Конечно! Надо же что-то съесть или выпить. Вот только главный вопрос – что? Да, что? Это действительно был большой вопрос. Сколько Алиса не озиралась кругом, она видела только траву и цветы. И ничего пригодного для еды или хотя бы для питья что-то не было заметно. Ну, рос, правда, неподалеку большой гриб, размером никак не меньше самой Алисы. Она и его осмотрела очень тщательно. Встала на цыпочки, вытянула шею и, заглянув через край, встретилась взглядом с большой гусеницей. Теперь оставалось самое трудное – решить, с какого начать.
Она с величайшей осторожностью стала откусывать по крошечке то от того, то от этого кусочка, и то увеличилась, то уменьшалась, и в конце концов ей удалось стать в точности такой, какой она была обычно. Неожиданно она вышла на прогалину, где стоял маленький домик, высотой точь-в-точь в саму Алису. Не знаю, кто живет в этом домике, соображала Алиса, но только я в таком виде не могу им показаться. Я для них слишком большая. Они так все до смерти перепугаются. И предусмотрительная девочка опять взялась за гриб из той руки и ела его до тех пор, пока не стала ростом примерно с кошку. Почему ваш кот так улыбается? Это
«Королевский кот», — сказала герцогиня. «Вот почему!» А я не знала, что чеширские коты должны улыбаться. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться. «Все они умеют!» — сказала герцогиня. «И большинство не упускает случая!» «А я, представьте, ни одного такого не знала!» — сказала Алиса весьма светским тоном. «Ты многого не знаешь!» — категорически заявила герцогиня. «Это факт!» Кот тоже заметил Алису и только улыбнулся. «На вид он не злой!» — подумала Алиса. И правда, вид у кота был добродушный. Но только уж очень длинные когти и зубов полный рот. «Чеширский мурлык», — заговорила Алиса несмело. Она не знала, понравится ли ему такое обращение. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти», — ответил кот. «Да мне почти все равно», — начала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», — сказал кот. «Да лишь бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь. Конечно, если не остановишься на полпути», — сказал кот и исчез. Не сказать, чтобы Алиса так уж сильно этому удивилась, она уже привыкла ко всяким чудесам. Но все-таки она долго не могла отвести глаз от того места, на котором только что сидел кот, как вдруг он появился снова. «А можно вас попросить не исчезать и не появляться так внезапно? А то у меня прямо голова кружится». «Договорились», — сказал кот. И на этот раз действительно стал исчезать по частям, не спеша. Сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное. Наконец осталась только одна улыбка. Сам кот исчез, а она еще держалась в воздухе. «Вот это так», — подумала Алиса. «Кот с улыбкой, и то редкость. Но уж улыбка без кота, это я прям не знаю, что такое». Очень скоро показался невдалеке дом очумелого зайца. Трубы на нем были в виде заячьих ушей, а крыша покрыта заячьим мехом, так что Алиса сразу догадалась, что это тот самый дом. Дом был такой большой, что она побоялась подойти к нему. Сперва она съела немножко гриба из этой руки и стала ростом раза в два побольше. Возле дома под деревом был накрыт к чаю стол. Шляпа и заяц пили чай, а между ними помещалась на стуле садовая Соня. Такой хорошенький маленький зверек, она крепко спала. Шляпа и заяц облокачивались на нее, как на подушку, и разговаривали через ее голову. Еще она заметила, что хотя стол был очень большой и весь уставлен посудой, вся троица теснилась в уголке на самом краю. Thank you.
«Сколько хочешь», — возмутилась Алиса. И она уселась в свободное кресло на другом конце стола. «Не хочешь ли торта?» — любезно предложил заяц. Алиса оглядела весь стол, но там ничего не было, кроме чайников и чайной посуды. «А какого торта? Что-то я его не вижу», — сказала она. «Его тут и нет», — подтвердил заяц. «А зачем же предлагать?» «Это не очень-то вежливо», — обиженно сказала Алиса. «А зачем садиться за стол без приглашения? Это не очень-то вежливо», — откликнулся как эхо заяц. «Но я думала, он накрыт для всех, а не для вас троих», — объяснила Алиса. Шляпа достал из кармашка часы, озабоченно посмотрел на них, встряхнул, поднес к уху и опять встряхнул. «Какое сегодня число?» — обратился он к Алисе. «4 мая». «Врут на 2 дня», — вздохнул шляпа. «Говорил я тебе, нельзя их смазывать сливочным маслом», — добавил он сердито, глядя на зайца. «Да ведь масло было высшего сорта», — неуверенно возразил заяц. «Ну и что? Все равно туда могли попасть крошки», — продолжал ворчать шляпа. «Незачем было мазать механизм хлебным ножом». Заяц взял у него часы, посмотрел на них печально и окунул их в свою чашку. Потом он достал их оттуда и снова внимательно осмотрел. «Какие у вас странные часы», — сказала Алиса, с большим интересом наблюдавшая за манипуляциями зайца. «Показывают число, а который час не показывают». «А с какой стати?» — буркнул шляпа. «Разве часы обязаны все показывать? У тебя часы показывают, какой год?» «Конечно нет», — начала Алиса с полной готовностью. «Но ведь год-то это совсем другое дело. Он так долго стоит на месте, целый год». «И если бы ты знала время, как я его знаю», — сказал шляпа, «ты бы не говорила о нем в среднем роде». «Оно не одно, а он старик время». «Никогда бы не подумала», — сказала Алиса. «Понятно», — фыркнул шляпа, презрительно дернув носом. «Ты о нем вообще, наверное, в жизни не думала». «Да нет, ну почему?» — осторожно начала Алиса. «Иногда, особенно на уроках музыки, я думала, хорошо бы получше провести время». «Все понятно», — с торжеством сказал шляпа. «Провести время, а? Видишь, чего захотела? Время не проведешь. Мы со стариком поссорились. Недавно, в марте, как раз вон он показал своей ложкой на зайца, очумел. Понимаешь, у Червонной королевы был прием, и в концерте я должен был петь романс. И представляешь, не успел я спеть первый куплет», — снова загорела шляпа. «Королева завопила, он нас только время отнимает, отрубите ему голову!» «А самое ужасное», — продолжал шляпа трагическим тоном, — «что старик почему-то обиделся. Теперь он меня знать не желает, и с тех пор у нас всегда 5 часов». Тут Алису осенило, она вдруг все поняла. «Так вот почему у вас тут так много чайной посуды накопилось», — воскликнула она. «Именно, именно», — сказал шляпа со вздохом. «У нас всегда время только пить чай. Представляешь, даже нет времени помыть все эти штуки». «Не пора ли переменить тему?» — вмешался заяц. «Мне все это уже порядком надоело». Алиса, не говоря ни слова, встала и гордо удалилась. «Ни за что сюда больше не вернусь», — повторяла она. «Ни за какие ковришки!» Теперь-то я знаю, что делать, сказала Алиса, поскорее.
ярких, веселых цветов и прохладных фонтанов. Послышался мерный топот большой процессии, и Алиса оглянулась. Ей, конечно, ужасно хотелось поглядеть на королеву. За ними, тоже парами, шли придворные в пышных одеяниях. Среди них было, видимо, немало тузов, были и шуты с бубенчиками, но все выступали прямо-таки позорем. Алиса узнала среди гостей белого кролика, хотя его было трудно узнать. Он улыбался всем и каждому, суетился и что-то безумолку тараторил. И, наконец, замыкали это грандиозное шествие червонный король и червонная дама, то есть королева. У Алисы возникли некоторые сомнения, не нужно ли ей пасть ниц. Но что-то никаких таких правил поведения во время шествий вспомнить она не могла, и она решила просто постоять на месте. «Кто такая?» — сердито спросила королева. «Твое имя, девочка?» — обратилась она к Алисе. «Алиса, с вашего позволения», — весьма учтиво отвечала Алиса, а про себя сказала: «Подумаешь, какая-то карточная королева, нечего ее бояться». «В крокет играть умеем?» «Умеем», — откликнулась Алиса. «Тогда пошли». И Алиса тоже присоединилась к шествию и, шагая среди гостей, с большим интересом ожидала развития событий. Thank you.
Игроки били по шарам все сразу. Никто не соблюдал очереди хода, зато все непрерывно скандалили и спорили, а то и прям дрались из-за ежей. Игра только началась, а королева уже была в безумной ярости и вопила отрубить ему или ей голову ежеминутно, а то и чаще. Алиса порядком струхнула, но правда пока что она ни разу не навлекла на себя гнев ее величества, но была уверена, что взрыв не заставит себя долго ждать. Она начала подумывать, как бы незаметно улизнуть по-добру, по-здорову. И, озираясь, вдруг заметила в воздухе какое-то странное явление. Сначала Алиса никак не могла понять, что это такое. Но, понаблюдав, некоторое время догадалась, что это просто улыбка. «Ура!» – подумала. «Успехи!» – спросил чеширский кот, как только рот его достаточно проявился, чтобы говорить. «О, говорить с ним еще рано, – думала она, – надо подождать ушей или хоть одного уха». Не прошло и минуты, как голова появилась целиком, и Алиса приступила к отчету о ходе игры. «Неправильно играет», – начала Алиса жалобным тоном. «И они все так жутко ссорятся, что сам себя не слышишь. И они никаких правил не выполняют. И вы себе не представляете, как ужасно неудобно играть, когда все они живые. Вот, например, я должна была пройти эти ворота, а они уже вон где, видите? Вон на том конце площадки. А вот сейчас я могла крокировать королевиного ежика, а он взял да и убежал от моего ежа». «Как тебе нравится королева?» – понизив голос, спросил кот. «Да никак не нравится», – сказала Алиса. «Она так ужасна!» Тут она заметила, что королева стоит за ее спиной и внимательно прислушивается, и продолжала так. «Кто ужасно сильно играет, что прямо хоть сразу сдавайся!» Королева милостиво улыбнулась и прошла мимо. Королева наконец решила передохнуть и сказала Алисе: «Уже видела рыбного деликатеса?» «Нет», – ответила Алиса, – «даже не слышала про такого». «Тогда идем», – приказал королева, – «он сам все расскажет». Вскоре они с королевой наткнулись на грифона, крепко спавшего на самом солнцепеке. «Вставай», – сказал королева, – «и отведи юную леди к деликатесу. Пусть он ей расскажет свою историю». Они прошли совсем немного, и вот показалась поникшая фигура деликатеса. Он в грустном одиночестве сидел на обломке прибрежной скалы. Недалеко разносились его душераздирающие стенания и вздохи. Алисе стало ему ужасно жалко. «Слушай, старик, – сказал грифон, – тут он молодая леди, хочет узнать твою историю, да зарезу». Деликатес оживился. Но, даю честное слово, у нас занятия были каждый день. «Я, если хотите знать, тоже ходила в школу каждый день», – сказала Алиса. «Что тут особенного? Нечего ж так хвалиться». Деликатес встревожился. «Каждый день?» – повторял он в раздумье. «Да, интересно, а на каком уровне она стоит?» – пояснил деликатес. «Ну, от поверхности моря, поняла?» «Там моря нет», – сообщила Алиса. «Она стоит в городе,
Но я думаю, что все-таки выше моря. Ну да, конечно, над водой. Выше? Над водой? Переспросил деликатность. Ты серьезно? Алиса молча кивнула. Ну, тогда это не серьезно, с облегчением сказал деликатес. Какое же тогда может быть сравнение с нашей школой? Это верхоглядство, а не образование. Вот что это такое. Да уж, воображаю, какие вы там получаете поверхностные знания. У нас мальков и тем учат гораздо глубже. А уж тех, кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна. Вот это и называется законченное, низшее образование. Ну, конечно, покачал головой, это не каждому дано. Мне вот так и не удалось по-настоящему углубиться. Не хватило меня на это, сказал деликатес со вздохом. Так я и остался при высшем образовании. А что же вы учили, спросила Алиса. Деликатес снова оживился. Учу всяких наук. Ну, первым делом учились чихать и пихать. Потом арифметика вся насквозь. Почитание, давление, уважение, искажение. Ну, конечно, истерия. Истерия древнейшая и новейшая с биографией. А сколько у вас было в день уроков, переспросила Алиса. Ну, как обычно, в первый день 10 уроков, сказал деликатес. На следующий 9, потом 8, ну и так далее. А с нашими учителями иначе не получалось. Текучий состав, каждый день кто-нибудь пропадал. Поэтому их и называют пропадователями. Так выходит, на 11-й день у вас уже были каникулы, спросила Алиса. Само собой, ответил деликатес. А как же потом, с еще большим интересом спросила Алиса. Вдруг издали донесся крик. Суд идет! Бежим, завопил грифон и, схватив Алису за руку, помчался со всех ног, не дожидаясь окончания вопроса. Какой суд? Спросила Алиса, задыхаясь от бега. Но грифон только повторил. Бежим! И помчался еще быстрее. Когда Алиса с грифоном прибежали, король и королева уже сидели на троне, а кругом собралась огромная толпа. Перед судейским троном стоял в цепях под охраной двух солдат червонный валет. По правую руку от короля находился белый кролик с трубой в одной лапке и пергаментным свитком в другой. Хотя Алиса раньше никогда не бывала в суде, она узнала про суд в книжках. И ей было очень приятно отметить, что она знает, как тут все и почти все называется. Thank you.
вперед, трижды протрубил в свою трубу. Развернул пергаментный свиток и торжественно начал читать. Энни, Энни, раз, Винтер, Винтер, шесть. Энни, Энни, раба, Винтер, Винтер, жаба. Все пришли в черковный дань, выпить чаю с пирожками. Пирожков куда мне, пирожки стащил валет. Удаляйтесь на совещание, приказал король присяжный. Да что вы, рано, рано, поспешно вмешался кролик, у нас еще целая куча работы. Ну что ж, куча так куча, уныло сказал король, вызвать свидетелей. Алиса почувствовала, что в ней происходит что-то странное. Всем лицам, ростом больше версты, надлежит покинуть зал суда. И все присутствующие уставились на Алису. «Я меньше версты», — сказала Алиса. «Нет, больше», — сказала король. «Все равно не уйду», — сказала Алиса. «И вообще, это не настоящий закон, вы его сейчас выдумали». «Это самый старый закон в книге», — сказал король. «Тогда он должен быть номер первый», — сказала Алиса. Король побледнел и торопливо захлопнул книгу. «Итак, вина его доказана». «Да ничего тут не доказано», — перебила Алиса. «Да вы что? Да это же просто чепуха», — крикнула Алиса. Она к этому времени настолько выросла, что не побоялась перебить самого короля. «Ну что, — сказал король, — тогда у нас гора с плеч. Сэкономим кучу работы. Присяжные, удаляйтесь на совещание, — сказал король. «Нечего там, — сказала королева. — Сперва приговор, посовещаются потом». «Как не стыдно во весь голос, — заявила Алиса! — Стыдно даже болтать такие глупости! Молчать!» — крикнула королева, покровили от ярости, а отрубит ей голову! — завопила она во всю глотку. Но никто не пошевелился. «Да кто вас боится? — сказала Алиса. — Она уже достигла своего настоящего роста. Вы просто несчастные карты, и все!» Алиса!
вдруг оказалось, что она лежит на берегу, положив голову сестре на колени. «Просыпайся, дорогая», — сказала сестра, — «что ты очень разоспалась». «Ой, а какой забавный сон я видела», — сказала Алиса. И она принялась рассказывать сестре все, что сумела запомнить про свои странные приключения. А когда закончила, сестра поцеловала ее и сказала, сон был и правда очень занятный. А сейчас беги пить чай, а то опоздаешь. Сергей.